Вынуждены покинуть свои дома. 24 семьи из сел Криво, Дребкое Уце и Лепканы Бричанского района эвакуированы из-за опасности наводнений. Об этом распорядилась местная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Râul Prut s-a revărsat, iar mai multe case din satul Criva riscă să fie inundate. Până ieri, acest loc era o pășune, însă peste noapte s-a transformat practic într-un lac, asta deoarece pe alocuri nivelul apei depășește un metru. La doar 20 de metri distanță se află primele 6 gospodării care sunt în pericol. Mer Sila опасается, что вода дойдет и до других домов. Практика не демонстрирует в 2008 и 2010. В 2008 и 2010 году, когда мы строили дамбу из мешков с песком, это не помогло. Нас все равно затопило. Гидрометеослужба ввела оранжевый код из-за растущего уровня воды в пруте. Под угрозой не только Бричанский, но и Единицкий район. В целях безопасности скорректировали режим стока воды на плотине ГЭС Костеш-Тустынка. Ведется наблюдение за уровнем воды вдоль защитных дамб. Провалы заполняют мешками с песком, чтобы сохранить пропускную способность в 600 кубометров в секунду. Опасности затопления вниз по течению от плотины не возникнет. В Управлении гидрологических прогнозов Государственной гидрометеослужбы отметили, что ожидается значительное повышение уровня воды и в Днестре из-за проливных дождей в Украине. Осадки там продолжатся до конца недели. Ожидается выход реки на пойму, подтопление сельхозугодий. Сильнее всего пострадают Каменка, Резинский район и населенные пункты ниже Дубасарского водохранилища. В Криулянском районе Григориополе, Слобозии, Штефанвода.